Мэр Славянска Неля Штепа объявила награду за информацию о неуловимых похитителях роз. Накануне злоумышленники выкопали 60 кустов прямо в центре города, возле памятника Тарасу Шевченко. Несмотря на то, что монумент находится на отлично освещенной улице, похитителям удалось остаться незамеченными. Славянский городской голова не скрывала своего раздражения этим фактом. Общая стоимость украденных цветов почти 1800 гривен. Однако Штепа утроила вознаграждение за информацию о местонахождении воришек и призвала в помощь даже Бога. Я, вы знаете, никогда не просила Господа Бога кары для кого-либо, но я думаю, этих людей надо бы уже наказать, потому что ну так нельзя. Причем, вы знаете, на месте, где выкапывали розы, каблуки женские. За информацию даю 5000 гривен. Вот кто скажет, где расти будут где розы, дам 5000 гривен. И не знаю, что сделаю. Тогда только меня держи.